Нету места. Нет. Вторая отрезка. Да, скорее всего. Я подожду по. Здорово, Капат. Здорово, здорово. Твоя сила на исходе, древней. Резидентес, напиши еще в чат, что бафаешь, чтобы второй паладин увидел это. Бафы варов. Че, как целка пришла? Заберите. Нормально. Заберите, заберите. После леди ни одного вайпа. Это еще и мортал особо сделали. И мортал нам даем. Не, и мортал все правильно. Дайнг это десятки. Ага. Чё, по-русски никак сказать? Мы типа американцы. Дайте гимн Гаману или Индер по шуману. Нету. Здесь только крик на хп. Деморализующий крик дал. Ты знаешь тактику ВРС? А есть смысл на босса давать вот этот вот крик, который снижает его атаки? Да, сильно влияет? Босс будет снижаться сила атаки. Ну, это сильно влияет? Насколько меньше, допустим, хлеб он будет бить? По-моему, на 411 сила атаки будет меньше бить. Порядке, если качать, но его не качают, вполне. ВПшки на талант. Готовы будем качать. Это весь трэш убили, да? Нет. На сегодня снова. Да, он не пел. Как он побыстрее? Наваров до сих пор нету бафов от ретрика. Ни кулака, ни касок. На пистах тоже нету. А кто голый баф и каску? Он с кулаки. Резиденте с кулаки. Так, стол поставь.
Ставлю сейчас рыбу. Фарфит, у тебя есть сова РДД какой-то? ШП вроде? Или там где... Ну, сова есть, но я не играл на полтора. Ладно, оставайся демоном. Как будет два демона? Чек. Маги, дай мне пап. БДК нет. Жириан, будешь танчить Буса, Каймадри первую копию, он умолжал вторую. Идите пуляйте. Подожди, сейчас аспекнусь тогда. Там сумасло танчит, я не понимаю. Столик поставьте, да. Пожалуйста. Бакалайр. Да, я спутал его. Я забыл, что я же этого Каймадри сказал в АДК, ладно, ничего страшного. Все, я первый ловлю, да? А, давай, ты первый сумасвод посмотришь просто, если что, подстрахуешь. Есть сумасход босса, а Каймадри умер. Пикайся обратно в АДК. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Дай стол, пожалуйста, маг. Мои братья гибли один. Командри, уйди с центра. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Спасибо. Целью врага была кладка яиц в святилище.
Алекс Страза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного. Слуги! Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Так, давайте по тактике. Сейчас посмотрим. Калк, мобы хил, свет хилим. Во тьме все остальные. Четвертая партия, остается добивать големов. Графит, заходишь во тьму. Во тьме диспелит Red Head Up. Red Head Up. Знаешь, как диспелить? Есть щиток с ускорением? Ситу диспелит фокус Юхира. Олег, я аху. Не точно. Ну тогда секонд заходишь во тьму, а графит остаешься добивать големов. Первый СС дает накалка графит. Потом по команде. Во тьме танчит сумасвод Ситу Кеншин. Откуда у тебя БРКД 6 минут? Напишите в РК, на какой спик ролим. Бафните крест интеллект. Олег, а можно тут другой свет поставить? Не. Посмотрим, как ты спойлишь. Лак, бафнул. Нет, какой же знали, проблем постоянно. Не играя за шипа, нету проблем с маной. Ну ты же видел, у меня не постоянно. Ну ладно, я сейчас так. Чек. Кто из хилов? Кто во тьме? Ты во тьме. Кулаков нет вообще. Кулаков нет. Ща будет. Ты скажи класс хотя бы. А мне на третьей фазе, да, такой будет исходить? Ну чё, да. Пацаны, бушуйте. Да, ты на третьей фазе. Во тьме Red Head Up, в свету хилы диспельты. На первой фазе. Чик. Кулгалы. Все готовы. Сумасвод, начинай. Что попал? Первый длань то во тьме дает? Без понятия. У вас есть время разобраться еще. Было 10 минут для этого. Так, Калк, выноси метку. Отошли от босса. В квадрат встали мелики. Бежали метеор. Смотрим, как разливаются лужи. Лужи течет в рейд, отбежали. Пьем Халиона. Графит метка. Так, отошли в квадратик, сейчас будет метеор, Red Head, приноси метку, через хвост возвращайся. Побежали метеор. Смотрим, как развивается лужа. Red, течет лужа. Алион, объем. Лысый пнет метка.
Подожди, не заходи во тьму, пускай лужа пропадет. Подожди. Бейте трэш пока. Заходи. Заходите, рейд. Олег Кудратик. А кто в голове выноси метку? Это ты сама диспелила? Сейчас. До стены доносим метку, потом только диспелим. Неправильный вынос метки сейчас был. Апис метка. Давайте заходите. Бестмод заливай инер пистоле. Графит, почему умираешь? Зашел меток, а не было. Ну, неправильно даже зашел. Смотрим, метка, лезвие. Опускируем метка. Бестмод, мы выйдем в свет, поднимаешь сразу графита, в центре лежит. Метку смотрим. Изофилакс метка. 2 минуты у бестмода. Хорошо. Фаларион, ты поднимаешь тогда. Угу. Сейчас закончится лезвие, будет метка, а потом переход на фазу. Идем метку. Лизифилакс метка. Так, выходим в свет. Выходим в свет, Фалариан. Подымешь графита. Вставай, графит. Далее сразу бафы, далее рост. В свету рост. Пистолы метку назад. Лоран, выноси метку. Побежали, метеор свету. Пистола, давай рост. Смотрим, как разливается лужа. РДД, играем большого голема. Лужа течет в рейд, отошли. Графит, выноси метку. Большого голема, переключились все. Все в мелкий трэш играем, холену сету не бить. Каску по клокам. Подожди с маной. После метеора скажу, когда отдать гимн. Сейчас будет метеор, побежим. На танке метеор, смещайтесь в квадрат. Смотрим, как разливает лужу, святую не бьем, Халиона. Играйте в большого голема, мелкий трэш, но бахил, выноси метку. Анимал джаз, давай сакру. Кинул на нас, отлетел, и танк отлетел. Заходим в лоу. Танк возьми, пол. Показывайте детали смерти. Че там, не хилили его? В лезвие забежал, двойной удар. Фильм «Двойной удар», блядь. С Ван Дамом. У меня двойной удар был. За секунду. Будем считать, что не повезло. Ладно, бывает. Парировал, наверное. Все, с этого трая ГП. Графит, ты понял, что нельзя так заходить во тьму. Остался мамонта. Ты диспелишь демона, вара, кота, рогу, ханта, крестов, магов не диспелишь, совы не диспелишь. Они получают ДП, если они не диспелят сами себя.
Кулак, каск, лапу. Все, раздаю, раздаю. Чек на пол. Резифилакс, калк. Зашли все за линию, самосвод начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры. Так, эти раскол. От угла метку. Квадрат отошли, сейчас будет метеор. Бежали метеор. Далеко бежим, близко метеор. Смотрим, как разливаются лужи. Рейд течет. Залон, выноси назад метку. Спелвара. Блин, далеко не забегает. Встали в квадрат, Зефилак, встань в квадрат. Джерри на диспельте далеко, поближе подойди. Вот это Эрдру, ты молодец, что так выходишь перед метеором диспелить. Повезло. Джерри, не зависит от этого вообще никак. В конце концов, метка. Надо было отбегать в бок. Бежать прямо во фрейм босса. Подожди, не заходи, лужи пропадут, тогда зайдешь. Заходи. Рейд, заходим. 21% у БДК. Фаларион подым. А, Фаларион ТД, да? Угу. Зион ГП. Фокус хира, метка. Стали в квадрат. Заходим во тьму, четвертое платье. Бесмос подымешь, его в центре валяется. Там добавить. Лысый пенек, метка одновременно лезвие. Рост в свету пока не надо давать. Стакать раскол. Сейчас будет лезвие, потом фаза. Что там с инером возьми? Похил. Инеры по пистоле дайте, забываю. Лезвие смотрим. Ждем метку. Апис метка. Выходим в свет. Рост не давать. Подымай быстрее. Скажите, когда зайти. Раз. Дайте бафы повару пока. Элран, выноси метку. Заходи. Что заходит? Подожди. Не заходи. Блять. А все, теперь заходи. На танке метеор, смещайтесь, рейд. Заходи, залон. Лысый пенек, метка. Смотрим, как разливается лужа. РДД большого грема, мелкий-мелкий трэш, а не молджаз. Выноси метку. Выноси метку быстрее. Куда ты убежал, дурь? Морозьте. В квадрате морозьте трэш, маги. Классный, классная заморозка. Подводи трэш в квадрат.
Поларин, сколько БР ты дай? Долг. 2 минуты. Тьма упала. Падаем. Тот мар дурачок вынес вперед под дыхание. Его задиспалить не смогли. Ну а Redhead как умер. За это он там всех положил. Ну здоровая вещь, лужа с черным. Все, не понял. Ты пенек. Ну я понял, что не задавались. Вы понимаете, как-то заранее эту хуйню все. Сегодня будет по 200 гп за слаг. Та, которая не во время лезвия назад, а которая во время лезвия вперед, но типа не вперед, не под дыхание, а вот вместе идет. Да, все. Круг делится на 4 части. Очень сложно запомнить. Просто там, короче, смотрите, кто-то вперед метку вынес, кто перед ним был, и по сути ему не было куда бежать. Им пришлось туда бежать. Давать как можно раньше, чтобы он успел откадешиться побыстрее, и вы его там еще раз смогли где-то дать. Типа, давайте, если вы видите, что шамана там 70%, уже сразу можете давать. Так, как ник этого вара, который между боссом и стеной стоит? Пень. Лысый. Так, не сильно стены. Почему садится на бахил по мане смотрим? Самосвод, ты тут? А чё он хилит? Свет? Да. Так, ну если верить калку, то один он 4 раза ударил, другой ни разу. Ты пизды пристам, блядь. Два гимна, в принципе, есть, не знаю. Два иннера, два гимна. Мы до второй фазы сливает ману, причем здесь присты, даже если они не бьют зеро разума. Мы это на третьей фазе живем меньше минуты. Ну пускай мало вольмо хилит. Присты, но все равно бейте взрывом разума. Если мы вайпаемся опять. Мана больше жрет в соотношении расход маны на отхиле. Чего? Малая волна жрет больше маны в соотношении расход маны на отхил. К малой волной никто не хилит, блядь. Малая волна, там придумать ситуацию, когда ты ее жнешь, очень сложно. Все, заходим за линию, все готово, самосвод начинай. Короче, стою просто так. Танка только хили все. У танка и когда элемы прибегут, там пару цепух. Не надо цепухи. Так, стали в квадратик, бежали метеор. Смотрим, лужа в рейде, в квадрат встали. Так, Джерри, на Джерри метка, на БДК метка, быстрее дисплей. Паларин, что ты делаешь? Каспую газу. Ну, зачем ты это делаешь? Чтобы быстрее слить трэш и набить все ДПС. Ну, на. Тали в квадрат. Изи Флакс, отойди в квадрат. Убежали метеор. Я поражен твоей честностью. Ты даже нравишься. Да.
Даже сказать нечего, блядь. Заходи сразу, рейд, заходим. Стоит. Фаларин, подымешь ретрамблера. Что с тобой не так, ретрамблер? Второй раз срываешь игру. Даже не знаю. Даже... Ламруа, выноси метку. Ретрамблер можешь побить с нами. Надоел уже, падают люди до третьей фазы по два, по две штуки за трай. Можете уже кидать иннер. Высыпенек, метка. Заходите во тьму. Заливаем. Сейчас нету лезвия, ты неправильно вынес. Надо было назад выносить, к хвосту. Не хвосту, а за рейд. Просто передний не будет тяжело им. Я видел, как один под хвост вынес. Метка сейчас будет, жди, физифилакс, не выноси, подожди, пока лезвие кончится. Все, выноси теперь. Опять неправильно. Этот Зелон, ой, не Зелон, высыпнет метку. Лани нету на двух варах почему-то. Играем дальше. Иннер, пожалуйста. Лариан, Иннер. Иннер, Бистоли. 100%. Сейчас будет фаза. После КТ вы мне должны давать, вы потом свету даете второму шаману. Графит, выноси метку. Выходим в свет. Рост в свету. Артрамблер, ты где? Артрамблер, проснись. Мне свет надо было выйти. Ларин, метка. А до этого ты... Во тьме? Ну да. Я с вас в шоке. Апис, метка. Рыб, ты чё, уже в рейд отошли. Заходим в лужу. Падаем. Почему вы такие тугие? За что мне ГП? Ты умер вот уже. Меня не захиливали после метки, и у меня было очень мало жизни. У меня только коснулось уже, и все, я сгорел сразу же. С 10% это был. Сгорел на работе. Да, мне сама вообще очень честно понравилась. Я промолчу, короче. ГП за то, что ты не отбежал от лужи. Ты даешь ГП просто так сейчас. Нет, я даю ГП за то, что... Или тогда давай ГП хилу, который бог спинул. Потому что я есть ни при чем. Я дал ГП тем людям, которые умерли от лужи. Не спорь, пожалуйста. Окей. Спасибо. Чек на бак. Каску приставав лапу. Каску приставав лапу. Дверь, говорит, звонят, открываешь, а там будет. Он пишет, ты злой какой. Конечно, ты клай, пацан. Присмотрят, хэт. Четвертый трай. Пойдем по друидам.
ждут каски. Все готовы, заходим за линию, самосвод, начинай. Смотрим лужи. Лужа в рейд. Апис метка. Элоран метка, возвращайся через хвост. Далеко бежим, Метеор близко. Лужа смотрим, лужа в рейд течет. Нас анимал с той стороны. Залагал, да? Заходим в лужу, падаем. Лужа не убивает нас тогда, когда нам надо. Танк залагал. Что, повторение? Какой там РС? Повторение отключения. Недельный РС? Когда на прошлой же неделе была, когда мы не убили, не ставили. Да, это господа, со второго утра, как говорят. Резко это трудно есть. Ты перезагружаешь ноут или ты уже перезагрузил его? Коту на трэше и серию кто давал? Лапу дайте. Кек. Стука. Animal Jazz готов. Что тебе не хватает? Animal Jazz, напиши что-то, ответь там. Бафу. Чек на пул. Президент готов, все готовы. Попытка номер 5. Давай начинай способ. Вот ты сейчас пишешь и стоишь ближе всех.
Конечно, сильно никто не полился. Фокус хира метка, ну, показательный пример, как не стоит делать, только опозоришься. Побежали, метеор. Ну уже, блин, ничего, осторожно. Red Head Up метка. Не кидайте истерию мне. То кидайте, алло. Падение метеорита, 3 секунды, пишет ДБМ, наверное, надо отойти от фрейма. Падение метеора, побежали. Скоро вторая фаза, слишком большой ДПС. Вы уже в рейде, отошли в квадрат. Апис, выноси метку. Заходи сразу, сумасвод. О, теперь можно и грозой убить. Заходим в рейд. Фантастический трай первой фазы. Никто даже не умирал. Ты должен незыблемость прожимать, когда заходишь. Согласен. До захода еще. Да. Пожирание души на мне. О нет, тебя обдурило дом. На тебе нету дебафа. И ты все равно выбегал. Это пран. Угу. Смотрите в свои дебафы. Red Head Up метка. Заходи. Не да, только Элоран забыл, что стоит добивать големов. Или нет? Я добивал, я зашел в тучке. Ах ты, скилловый какой. Интересно. Сейчас будет лезвие одновременно с метками. На Рочестере метка, выноси внимательно. Диспел Рочестера. Ой, бля. Сойдет. Еще одно лезвие сейчас будет. После лезвия будет фаза 3. Подождите, ждем метку. Метку во тьме надо подождать. Не выходим в свет, ждем метку. Амбра, выноси метку, Рейд выходит в свет. Каймадри, выходи в свет, ты в свету. Понял, да? Хорошо, что понял. Ламура, ты тоже в свету, выходи, давайте рост в свету. На Рочестере опять метка назад. Резифилакс и диспел тоже. Так, побежали к метеор. Далеко бежим. Кресты бьем через взрыв разума. РДД играем большого голема. Мелики, мелкий трэш. Валеный все тупо пока не бьем. Лужа в рейде. Отбежали. Если концок выноси метку. Резифилакс, метка. Все в трэш играем. Свету. Если концок с диспелем. Лейлоран. Ой, не Элоран, фокус хира, как при я не достаю до него, не достаю до него, говорю. Нет, да. Кнопку ножа. Гейм над хил, фокус хира. Три хилы, Паларин, подымай. А, да, я вышел. Заходим, заходим в лужу. Все, заходим в лужу. Мне надо заходить. Да я подиспелил, это время для восстанавливания. Блять, тут так и хочется сказать. Кто-нибудь смотрел фильм «Дюплекс»? Да какие-то донные, короче, все. Ничего не. Не диспелить, не выносить метки. Ну там метка была. Ну а Лук, его просто не диспелили, он потом и умер в большой луже от стаков просто. С одним хилом. Можно включить скилл, прихватить собаку, здесь потянуться. Я так и знал, я так и хотел сказать. Призвать собаку, здесь полетел в рейде, да? Не в рейде, а у кого? Не, если бы так...
Оно бы пришлось, если бы автоматом диспелил его в рейде. Ставь мамонта. Так, надо поставить. Да, если лужа в рейд, то это конец. Вы не способны отбежать влево-вправо, ну или хотя бы к стене отбежать. Мы если прохиливали. Если бы там проблема была, половина влево, половина вправо отбежала, я реально не доставал ты. Ты понимаешь, как тебя прохилить, если ты в луже стоишь? В я время... не стою в луже, меня метка до этого раздамаживала. Меня не хилили, блин, секунд 20, наверное. Каких 20 секунд вообще, там что, блин, с крыши спали? Ну, аж 45 секунд, 45 секунд не хилили, так и быть. Что там захиливали на метке? Не захиливали, у меня был 5%, я перебежал через халю, стоял, ждал, пока что уже прогрузится. Секунды, я сгорел. Стоял в луже, хотел сказать, да? Я не стоял в луже. Ну, это вранье, потому что я смотрю на фреймы всех людей, 25 человек во время лужи. Смотрю, как ХП уменьшается в процентном соотношении у каждого игрока. И два человека очень быстро умерли. Это был Калк и Фалария. Вот. Я все прекрасно вижу, кто что делает. Ну, на крайняк ты можешь линкануть детали смерти свои от этой лужи. Хотя, наверное, уже поздно. Там оно, история затерялась, наверное. Было бы интересно посмотреть. Раньше, да, было бы очень интересно посмотреть. Когда сервер лагал, раньше отбегали просто до стены, на всякий случай. Заходим за линию, все готовы. Сумасвод, начинай. Прожимай руническое и много ЛП. Джейрен почему-то срывает с тебя агро. Анимал джаз, выноси метку, встали в квадратик. Бежали метеор. Стереи, пацаны. Апис, выноси метку. Диспел. Бежали метеор. Смотрим, уже далеко бежим. А то вдруг не захилят. Тулгалы, выноси метку. Сразу ходишь в тьму, прожимайся, незыблемый, все, прожимай, заходи, сумасвод. Рейд, заходим. Джерри, на крик попал? Я выйду, обновлю. Ничего страшного. Лево в свет туда мажу варом. Встали в квадратик. Лысый пенек, выноси метку. Не туда. Левее, левее, давай, левее, еще левее, левее. Чего вас тянет всегда на морду? Четвертая пати. Резефилакс, выноси метку. Четвертая пати, заходим. Вот еще один, короче, тоже, короче, почему-то выносит под морду. Но надо вынести просто назад. Развернуться на 180 градусов и назад вынести. Сейчас будет лезвие с меткой. Пистол, метка. Сейчас пистоле надо ждать, пока лезвие придет, чтобы вынести метку. Потому что там нету свободного места. Инари пистоле заливаем. Бестмод Фаларион. Еще одни лезвия. Один. Один.
ждем метку, не выходим в свет, ждем метку, ламбруа, метка, все, свет, выходим. Рост в свету. О, маны у Набахила 80%, отлично. Вот 15. У него джаз на метку назад. Стали в квадратик, сейчас будем бежать, будет метеор. Кресты взрыва разом убьем. Побежали метеор, далеко бежим. Далеко бежим. Лужа в рейд сейчас пойдет, смотрите. Вот, лужа в рейд течет. Я отбежал. Тулгалы, выноси метку, РДД играем большого голема. Пистола, давай рост во тьме. Все играем в трэш. Становимся в квадратик пока. Нихуя себе, ты чуть не умер. Да, зашел в лужу потестить. Графит вынеси метку. Встали в квадратик. Сейчас будет метеор. Нахрена фридом даете? Свету не бьем Халёна. Ждем большого голема, играем в него. Диспел Рочестера. Так, играем в трэш. О, блин. Я разберусь с ним. Разобрался с ним, видите, прекрасно все. Капельку тебе надо, Джерин? Ротрамблер, выноси метку до стены. Встали в квадрат. Animal Jazz, давай, наверное. Давай тебе капли, да? Нет? Не, не надо. Ротрамблер, прожми антимагию. Не, далеко бежим, далеко бежим. 50%. Далеко бежим. 50. Бестмод, выноси метку, пистола, метка. В трэш играем, РДД большого голема. Прожми кожу, бестмод. Так, пришло время для гимна на ману. Элран, давай гимн на ману. Ставьте тотемы. Играйте в трэш. Сова бьет грозой, вместо того, чтобы добивать большого голема. Молодец. Фалариан, выноси метку. Хильте хорошенько Фалариана. Прожимай кожу. 82% у Фалариана. Надо подхилить. Стопайте свет по боссу 30%. Очень. Дайте возьми гим. Поставил потом. Набахил, выноси метку. Элоран, давай гим на отхил. Все пока трэш бьем, только трэш. Фаларин, поднимай бестмода. Молодец, бестмод. Фантастический ДПС потерян. Animal Jazz, выноси метку. Стали, Фурика, Орка, Рочестер, Ник без метки. Бейте пока Халёна. Так, метеор. Далеко метеор. Побежали, на Animal Jazz был метеор. Свет не бьем Халёна, ждем трэш. Добиваем трэш и потом босса. Крауд, выноси метку, на пула нету. Хант выносит метку. Ханта диспелим. Попробую-ка я ударить рассекающим без напора. Посмотрим, что он видит. Так, бесмод 19% хп, 47%. Выжил. Redhead up, выноси метку. Теперь спокойно можно добивать Халёна. Побежали метеор, добиваем Халёна. Я сейчас попробую сорвать трэш на себя вихрем. Сейчас смотрите. Оба. Один таки ко мне прорвался. Фух, это какой трэш? Седьмой был? Не долго, да. Господи. На танка, на мейн. Молодец, Умасвод, поздравляю тебя. Колено Милика. У меня аж яды почти кончились, блять, на оружие.